очень часто люди, которые пропагандируют какую-то систему питания, их мнение воспринимают как объективное. Ну да, что вот они начинают там исследования подгонять. И я ради интереса зашла на один сайт, такой авторитетный русскоязычный, который пишет о веганстве, а перед этим я прочитала исследование, в котором принимала участие, вот чтобы я сейчас не соврала, или 12 или 14 тысяч людей, которых там поделили на лактовегетарианцев, пестовегетарианцев, веганов, сыроедов и просто людей, которые едят все, всеядных. И сайт этот русскоязычный, он просто неправильно перевел и сфабриковал результат. Ну, то есть я сравнила англоязычный источник и русскоязычный, и там была различная информация. Они, ну, я ничего там не писала, не спрашивала. Да, это нужно проверять обязательно, потому что иногда это как история с омега. Омега-3 замечательный продукт, но многое, что о нем говорят, это не есть научно доказанным фактом. Поэтому некоторым вещам часто приписывают какие-то авторитетные мнения, ненаучные. Поэтому с этим надо быть просто. Но омега-3 необходимо. Да, да. Я говорю конкретно о том, что она там все лечит и как бы и вообще. Ну, есть основные моменты, которые, да, которые, да, необходимы, да, но без омега-3 как бы тоже жизнь тяжела. Нет, не будет. Я говорю про дополнительный прием, который пьют в больших дозах, да.